механический факультет, и механический факультет мне тут подложил бумажечку, сказал, вот это скажи, я говорю. Механические первокурсники механического факультета предупреждают, что все используемые старшие курсы, студенты старшего курса, являются лишь только реквизитом механического факультета. Со дня основания технологического университета ведет свой род семья уникальных студентов. В разные времена их называли по-разному, но вся история делилась на две эпохи. Лесомеханическая эпоха, химико-механическая эпоха и эпоха механического факультета. Единственное, что оставалось неизменным во все времена, это механизм баланса, в который попадали только избранные студенты. Но даже в самом идеальном механизме время от времени у деталей заканчивался срок службы, и на их место приходили новые. Так нужные заменяли нужных. Чтобы баланс был нарушен. Если мы уж попали на факультет, значит, он нас нуждается. Давайте приложим все силы, чтобы вернуть его на место. Так мало девушек. В коллективе как-то вот проще работать, согласитесь, да? А представьте, если бы на нашем факультете учились одни девушки. О, и запахом. Девчонки, вам не кажется, новый 98-й дизелем отдает? Девчонки, смотрите, что у меня есть. Что? Ну как что? Коробка. А в коробке? Откуда мы знаем? А в коробке новый ключ на 14S! Вау! Предлагаю по этому поводу подрифтить! Что сделать? Ну блин, на машинках покататься! Парней в нашем факультете просто невозможно будет. Мне кажется, самое время собрать механизм.
что попал на механку. Окей, теперь ты здесь, и будешь ты учиться редуктор собирать, чинить, крутить и чистить. И если вдруг беда с машиной приключилась, ты как король придешь, и ведь ты все в ручи механик. И это круто, ты гайки крутишь, проекты купишь. Механизма отвечает каждая деталь. Так и у нас в семье механического факультета.